Сейчас даже у молодых девушек можно заметить поплывший овал лица. Мы имеем не совсем четкую линию нижней челюсти. И что делать? Может, тренажеры? Взяли тренажер, бомба. Или уколы? Шприцевая липосакция 50 до 100 тысяч рублей. Но зачем делать косметический ремонт в доме? Нормальный дом, отлично. Где поехал фундамент? И основная причина – это осанка. Так как если у вас есть сутулость, то напряжение в области грудных мышц собирает все окружение. Давайте я скручу на себе футболку, и мы видим, как она вся натягивается. В итоге ткани лица тоже тянутся вниз, и мы получаем второй подбородок. Поэтому важно улучшать состояние грудной клетки, от которой зависит шея. Ставь лайк и подписывайся.